Доброе утро. Еще пинка дать на. Доброе утро. А. Да, да, уже все, клади в багажник. С Любой. С тебя Любой и с Богданом. Доброе утро. Если мы будем жаловаться. Да? Доброе утро, птички уже поют. Сейчас птичка, он упал, ждет. Луна. Сколько сейчас время? 4:30. А я думаю, что ты сюда идешь? Вытряхиваем камышеватский песок. Да нет, там... Ты думаешь, там больше грязи? Все, сына, клади. А у нас тут люди прогуливаются, да? В 4:30. А это из же... нашего окна. А это же выпускники. Да. Сегодня же, вчера же был выпускной в 11 классах. Вот выпускники прогуливаются. Ты видела, прям эта бутылка коньяка. Бутылка коньяка. Они же прогуливаются. Встречали же рассвет. С пивом были. Точно. А я носу. Богдан, да. Сейчас еще. Люба с Богданом. Не знаю. Богдан такой, да, только повернули, забежал. Так уже. А чё вы так рано? Чё вам не спится? А чё вы с таким хорошим настроением? Доброе утро! Доброе утро! А куда-нибудь? Тебя подвезти? Лянин! Маки! Тоже в Титеровке выпускники селфятся, да? Встречали родители рассвет. Отдыхают. Блин, два лебедя. Где блядя? Да, где тут? Да как они еще здесь не вымерли? А что? А там маленькие эти лебедята здесь. Мы не опоздали? Нет, Вера, мы на 6 минут раньше приехали. Подождите, мы же еще не остановились. А мы уже приехали. Ой, Глё, какой красивый, да, здание вокзала, сейчас очень красивое. Зая, ну уже тысячу лет такое, Дима. Ну, Зая, я ж все время на него не было времени полюбоваться. Ты сильно все время любишься? Ай! Я все время не туда еду. Солнце ослепило меня. Так, теперь мы тоже берем карточку, да? Слушай, так проснуться в 4 утра, фиг проснешься. А вот если в отдых, на отдых, так хочешь? В припрыжку, да? Да. Да ты знаешь, вы там же есть какой-то вот такой... Кайф? Кайф, а да. А если бы еще куда-нибудь так хоп, это Никогамора, на самолете бы. Птиз, ура! Птиска, не дружи. Ай, мама! Не трой. Все? Что ты смотришь? Застегнуто, застегнуто. Сейчас залезу, да? Нет, да. Мозги из чемодана достань. Отдай Кириллу Александровичу, да? Еще пинка дать на счастье. А счастье надо было пятак положить себе под это. Пятак я тебе положу сейчас. Давай, не спеши, не спеши, успей. Друг другу помогайте там.
мама. Вон эти опоздуны. Вот сюда проходим, здравствуйте. Привет. Привет. Вот сюда, пожалуйста. Мы с вами. Плечо к плечу, спина к спине даже припарковали. Да? Вам я заезжаю, смотри. А ничего, что мы кошелек забыли, родня, у нас денег нету. Ты что, Виктория, переведете? Да? Нет, в смысле у нас, сержу не сейчас оплатить за парковку. Нам пришлось взять у Гриши, который мы ему дали деньги. Где они там? Ты их увидела? Да, Богдан вот. А, Богдан вот? А Гриша где-то вот. Все, мы едем. Краснодар. 6 утра. Вер, ай, скоты. Так, ну что, мы уже на Красной улице. Будем сейчас смотреть красоту. Тут так красиво. Ну, наверное, не с дороги, да? Когда идешь там, то там красиво. Вот она, красота газонов. Ремонтируют улицу Красную. Арка, колокол. Динамо сняли это, убрали этот заборчик, да, и теперь видно всю красоту стадиона. А, там еще ничего нету. А, там еще, да, внутри. Кушери. Да, да, да. И просто он в таком месте, здесь ни парковок нету. Что вот эта вафельница означает? Что? Вот когда ты в пробке переехал. Вот оно. 6:36. Краснодар уже забит. Ну реально уже такие пробочки, подъезд, да? Подъезд в Краснодар. Да. А мы едем в другую сторону, ребята. Вы там стойте. О. А, уже нам надо заправиться? Антоха спал, я тут приехали, мы, получается, сразу с Краснодара, я насобирала уже миску малины, это с двух рядов. Вчера покупала сметану, вот такое вот целое ведерко. Ведро. Ведро. Антоха уже проснулся, завтракает, как раз ему тут такая мисочка сметаны с творогом и с малиной. Что она там лежит? Все, тогда я поехала в магазин, хорошо? Ты завтракай. А купишь что-то сладенького? Например? Я подумаю. Ты как Гриша, ну я подумаю. Ну все, я поехала, давай. Жди меня, хорошо? Пока. Ку-ку, приехала домой с магазина, а у нас тут гость. Гость, ты чего сюда полез? Не надо. Тебе это не надо. Пошли. Пошли, давай ручку. Коль, пойдем. Руку давай. Да пошли, привет. Скажи привет. Помаши привет. Тут Антоха. Хромающий человек. Ну ничего, все хорошо, уже все проходит, да, сынок? Сейчас покажу покупки, что я купила. Так, это в магните. Два сливочных масла. Вот таких вот буду делать сегодня пряничное тесто. Клади это в холодильник. Давно что-то я не покупала. Вот такие хлебцы с карамелью. Они очень вкусные. Как будто карамельный попкорн. Сладкий такой. Так, перец горошком, потому что мама сказала, скоро нарвет, соберет огурчиков, вернее, ну, я соберу, да, нам. Вот, перец горошком для огурцов. Майонез? Нет, это не майонез, какое-то мексиканское сальсо взяла попробовать, тоже в холодильник. Соус. Да, так, уксус купила, тоже для огурцов.
сахар 2 пакетика. Я боюсь, сейчас съем. Кого? Сахар. Пряники купила, бублики и сахарную пудру. Вот я пользуюсь вот такой вот перцов, да? Вот такой сахарной пудрой. 21. А, вот сахарная пудра, да, перцов. Это магнит косметик. В подарок дают 1 капсулу. Ленточки купила. Увидела вот такую зеленую, тихая. И там где-то еще белая. А вот белая, это я все для пряников. Ленточки. Дальше, это кружка на улицу. Пакеты для заморозки взяла. Вот такие вот. Фрэкенбоком. 10 штук. У меня сладкая пудра. Да. Так, вот такие еще пакеты для... Ну вот пряники были сладенькие. Вот такие вот еще пакеты для заморозки. Бархатные ручки были по скидке, типа там 50% только сегодня, но я взяла, если честно. Нравятся мне бархатные ручки. Еще 3 упаковки пакета для заморозки. Что такое? Пить? Скажи, пить. Да. Пить. Мы будем обедать. Я приготовила на обед пюре уже с молодой картошки, которая перестала быть молодой. Котлетки. Но что-то я пересолила, по-моему, пюре. И салат. У нас сегодня с розовыми и с желтыми помидорами. Мама привезла нам желтые. И соус. Он очень острый, Антош, прям острый-острый, да? Попробуй. Да, я покажу, какой. Сейчас. Давай, наложись. Котлеты зачем? Котлеты вкусные? Я буду с пюрешкой. Много пюре и мало. Вот, мексиканская сальса, и он такой, с халапеньо. Красный перец и зеленый перец. Так что будем обедать. Антошку сейчас везу на футбол, а все это время делала пряники. С утра до вечера. Ну, не с утра, с обеда. Нет, да? Так, ну что, прянички практически готовы. Вот такой щенячий патруль. Пряники на крещение. И вот тут вот для папы в такой технике акварели. И какой-то стоматологический факультет. Так, все, а я спать.